Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, в этот субботний праздничный день, мы собрались сегодня здесь не просто так, а по поводу. Давайте вспомним, что сегодня за повод у нас? День защитника Отечества. И, друзья мои, я хочу вас попросить, чтобы мы сейчас все в овациях искупали всех наших прекрасных защитников Отечества. Друзья мои, давайте похлопаем людям, которые на самом деле собрались здесь для того, чтобы защищать всегда и везде наше прекрасное, скажем так, Отечество. Вот, в двух словах расскажу, о чем сегодняшняя программа. Сегодня мы с вами будем совершать различные музыкальные путешествия по стилям, жанрам. Но самое главное, мы будем вспоминать доблестных сынов нашего, да и не нашего Отечества. И начнем мы по традиции с Дикого Дикого Запада, где мы вспомним всех самых выдающихся джазменов, которые такой или иначе имели отношение к защите Отечества, пускай даже не нашего, но все равно. И первый, кто у нас будет, это капрал Джерри Хэммонд, которого мы прекрасно все знаем, по композиции «Hello, Dolly». Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты! И гуру джазовой музыки, и под ваши бурные аплодисменты мы сыграем композицию, которая называется «When the Saints Go Marching In». Друзья мои, ваши аплодисменты! Thank you.
Спасибо большое, друзья мои. Мы движемся дальше. И сейчас мы пройдем к следующей, не боюсь этого слова, культовой фигуре. Глен Миллер, друзья мои, был долгое время, скажем так, капитаном ВВС. И поэтому мимо этого борца мы пройти мимо не могли. И специально для вас мы подготовили его главное произведение, с которым начинались все абсолютно без исключений программы Глена Миллера. Это композиция называется «In the Mood». Кстати, как настроение у нас? Точно? Или только за этим столиком, хорошо? За этим столиком превосходное настроение? Мы надеемся, что после следующей композиции оно будет еще лучше. Итак, друзья мои, ваша атмосфера «In the Mood». Защитника Отечества не обходится, конечно же, без замечательных бай, которые рассказывают и музыканты, и, соответственно, конечно же, все люди. Я так смотрю, что тубист нашел тубист. Вот, друзья мои, есть замечательный один рассказ, который произошел с оркестром Глена Миллера во время того, как они были в каких-то одних из войск. Там произошла замечательная ситуация, то, что в каждом оркестре есть люди, которые помогают ему. Вот у Глена Миллера не было, поэтому сами музыканты всегда носили все и кофры, и инструменты из числа музыкантов. Да. А одному человеку надо было нести парашют, который он забыл принести. Вот. И во время полета ему сказали, что «А как?» А он говорит, у нас есть экипаж из 6 человек, но 5 парашютов. Он говорит, боже мой, что же мы будем делать? Он говорит, всегда летали, все будет нормально. Вот. И значит, этот человек заснул, вот. И они решили над ним пошутить.
они когда приземлились, все попадали под парашюты, вот самолет уже стоял на земле, но, соответственно, двигатель не выключали, всех разбудили, сказали: Джек, вставай, вот, говорит, извини, все парашюты есть, а тебе нету. На что Джек последнему товарищу врезал по лицу, взял парашют и, раскинувшись, выбросился, скажем так, из самолета. В общем, в итоге в вечернем концерте не принимали участие два человека. Это тот, который подшутил над Джеком, потому что у него не было зуба. И, соответственно, сам Джек, который сломал себе челюсть, когда упал на, скажем так, взлетно-посадочную полосу. Поэтому, друзья мои, в общем, шутки бывают и у оркестрантов. Ну что же, мы продолжаем. И сейчас специально для вас мы сыграем замечательную композицию, которую не вижу я, конечно же, Звание. Точно. А звание это был старший лейтенант военно-морских сил ВМФ США Ричард Роджерс, его композиция «Гавайлна» под ваши бурные аплодисменты. Продолжаем. Я вновь крымчик расскажу в двух словах, что специально для вас сегодня выступает коллектив ордена Октябрятской звездочки «Фортуна Брас Бэнд» в полном личном составе. Он сегодня представлен. И мы вас продолжаем знакомить с самыми выдающимися защитниками Отечества. Вот, начали мы с не наших. Расскажу в двух словах, что сегодня у нас будет несколько отделений. Вот, поэтому мы охватим всех защитников. Ну, может, не все Отечества, но защитников охватим точно всех. Поэтому вы тоже как бы нам помогаете. Наливайте полнее ваши бокалы, вот, потому что мы скоро с вами, друзья мои, будем петь. Ну что же, а мы движемся дальше, и сейчас мы с вами насладимся от старшего помощника, потому что товарищ был мичманом, вот, на флоте, звали его Скотт Джоплин, я думаю, многие из вас его знают, и мы сейчас сыграем под ваши бурные аплодисменты его один из самых популярных рэг-таймов, который называется «Sensation Rag». We'll be right back.
Как и в следующем отделении в атмосферу Советского Союза, тоже надо сказать, что джаз и военный джаз был популярен и у нас на родине тоже. И сейчас, просто если у них были сержанты и мичманы, то нас слушайте сразу. Генерал-майор. Вот это вот приятно. Итак, друзья мои, сейчас мы с вами вспомним генерала-майора величайшего военного дирижера всех времен народов Даниила Брославского. И потом будет про него, кстати, интересная очень история. Вот, но сейчас мы сыграем его композицию, которая называется «Веселый оркестр» под ваши бурные аплодисменты. Сейчас небольшая история про Даниила Брославского. Значит, его оркестр был свое, давным-давно в Германии водили в Райскан. Вот, он, соответственно, оказался вместе со своим оркестром в Германии. И они служили рядом с какой-то химические войска, если у нас есть, вот они рядом с ними служили. Вот, как вы знаете, там им разрешалось иметь какую-то незначительную наличность, но где-то не больше 30 рублей. И всем давали справку. Значит, они с этими справками шли в кассу, где меняли на марки, им ставили, скажем так, какой-то штамп, что все произошло, и они шли обратно. Вот, поскольку части надо было уезжать, денег требовалось больше, значит, они подошли к своим коллегам-химикам, и они придумали какое-то средство, которое этот штамп снимало на раз. Вот, и, значит, эта бумажечка ходила раз по 18-20, вот так вот. Вот, значит, уже последний день, уже вроде деньгами все разжились, но всегда русскому человеку мало. И, значит, Брославский позывает своего помощника и говорит: слушай, сходи, пожалуйста, вот поменяй, вот еще. Дает ему просто уже похожую на салфетку, вот эту вот. И говорит: да я как-то боюсь, но иди. Вот, значит, проходит 2 часа, возвращается зеленая запыхавшаяся, он говорит: что произошло? Она говорит: не взяла. Говорит: нет, она взяла, сказала, что ей еще хуже давали. Просто она ставит штамп, а он сразу исчезает. Она еще раз ставит, а он сразу исчезает. Вот, улучшил момент, выдернул бумажку, в общем, оркестр был спасен, вот. Но, как вы понимаете, в общем, жадность иногда купит. А мы продолжаем вспоминать наших доблестных защитников Отечества. И следующий день будет Александр Наумович Цвасман. И была замечательная композиция, которая называется «Старушка не спеша, дорожку перешла». Под ваши бурные аплодисменты!
Спасибо, спасибо большое, друзья мои. Мы движемся дальше, и сейчас мы с вами вспомним великолепный оркестр Варламова, потому что Варламов был генерал-полковником. И его, да, замечательный оркестр был удостоен, по-моему, даже двух сталинских премий. Но неважно, мы с вами вспоминаем достойных защитников и прекрасную музыку, и мы решили взять из его репертуара одну из самых популярных песен, которая всегда была в его программах. Эта композиция называется «Черемуха». Друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
Спасибо огромное, друзья мои. Ну, настало еще время для одной истории. Опять же, расскажем, что оркестр Глена Миллера во время Великой Отечественной войны очень часто путешествовал по базовым союзникам. Их было очень много. И так получилось, что где-то они пересеклись с русскими ребятами. Вот, об этом пишут очевидцы. Значит, у них было их расположение прямо на аэродроме, где это был какой-то перегоночный пункт, что, ну, где есть русские там самолеты, штурмовики, бомбардировщики, и в частности для них давались концерты. И после концерта они сказали, что мы хотим с русскими вместе поесть. Русские сказали без вопросов. И значит, они заходят вместе с русским оркестром в, скажем так, нашу столовую. Вот, значит, в столовую там раздают им салаты и прочее. Следующим идет борщ. Значит, русские солдаты, когда им налили борщ, они посмотрели, встали и стоят за столами, только в руках держат тарелки. Значит, дирижер оркестра смекнул, что это, наверное, в память о погибших товарищах, и они попросили, чтобы весь оркестр тоже встал, значит, весь оркестр стоит и тоже держит вот эти вот самые тарелки. Здесь начинается жуткий грохот, значит, стены палатки начинают колыхаться, это взлетает советский бомбардировщик Ту-22, потому что падают все столы. Ну, значит, американцы поаплодировали русским спасибо за лекарство, поставили, соответственно, свои тарелки и начали есть, ну, как бы есть этот суп. Но они сделали роковую ошибку, потому что в Советском Союзе было принято, что все Су-22, все бомбардировщики летают парами. Вот. Русские об этом знали, но, соответственно, сказали. Ну что ж, друзья мои, мы движемся дальше. И сейчас мы хотим для вас сыграть из ноги живущих защитников Отечества. Итак, друзья мои, Куинси Джонс и Сол Босанова под ваши бурные аплодисменты. We'll be right back.
гость, заслуженный коллектив Российской Федерации, коллектив Ордена Тибетской Звездочки, Фортуна Брас Бэнд, под вашу бурную аплодисменты. Как я обещал, у нас с вами сейчас будет вокальное противостояние. Выражаясь простым языком, мы рассчитались на первый и второй. У нас две команды. И сейчас мы. Покажите мне, друзья, у всех есть листики с текстами пролетарских песен. Отлично. А теперь мы с вами будем, скажем так, вестниками весны и исполним замечательную композицию. К сожалению, автора буквально вот недавно с нами не стало. Я сейчас говорю об Оскаре Фельдсмане. И поэтому мы вспомним и весну, и доброе имя этого достойного защитника Отечества. Замечательная композиция, которая называется «Ландыши». Друзья мои, у кого есть она? Покажите. «Ландыши». Итак, это команда номер один. Давайте поприветствуем друг друга, друзья мои. Итак, команда 1 готова исполнить композицию «Ландыши»? Точно готова? Точно? Ну все. Итак, друзья мои, где вступать, я покажу. Итак, композиция «Ландыши». Огромные друзья мои, я надеюсь, что первая команда у нас великолепно распелась. Это будет обязательно в следующей песне. Итак, друзья мои, теперь команда номер два, у которой есть текст песни «Подмосковные вечера». Есть такие? Только поднимите. Ага. Итак, ну давайте поаплодируем мы вам тоже все. Команде номер два, посмотрим. Итак, команда номер два готова к исполнению «Подмосковных вечеров»? Точно готова? Где вступать, я покажу. Сегодня день защитника. Блин, а я всегда был нападающим. Что делать? Thank you.
друзья мои, отдельное спасибо нашему солисту, потому что с ним мы выступали на протяжении многих десятилетий, и следующий наш сольный концерт в Олимпийском подходит. Мы всегда в его тени. Ну что же, мы продолжаем, друзья мои. И теперь я вновь обращаюсь к команде номер один. Друзья мои, самая застольная композиция из кинофильма «Девчата» написала Александра Николаевна Пахмутова. Называется как? Старый конь. Абсолютно правильно. Итак, команда номер один готова исполнить старый клёв? Точно готов? А наш солист готов? Готов. Итак, друзья мои, нам подсказывают, что есть простое правило для того, чтобы выиграть в этом поединке, и звучит оно следующим образом. Без бокала нет вокала. Как вы знаете, поэтому, друзья мои, не забывайте. Итак, мы начинаем. Старый клёв под ваши бурные аплодисменты. Вот. Где вступать, я покажу. Друзья мои, нашим новым солистом.
Ребята, мужчины, всех с праздником, кто защитник, кто полузащитник, но 23 февраля есть 23 февраля. Всех с праздником! Thank you.
композиция, опять же, из репертуара Леонида Осина Утесова, песня старого извозчика. А, вторая команда. А, вот так. Так, так, так. И поприветствуем нас, первую команду. Итак, как я уже сказал, Никита Богословский, композитор 1939 года, самая довоенная, из репертуара Леонида Утесова. Программа называется «Жди меня» и песня старого извозчика под ваши бурные аплодисменты. Лучше бы, конечно, было, если бы про Одессу спели бы. Ну ничего, мы с этим справимся. Витюш, скачи! Yeah.
праздником всем! Друзья, извините меня, пожалуйста, но я сейчас попрошу сейчас помянуть всех, кто в 45-м году отдал свои жизни. Я понимаю, что это не ресторанная песня. Я хочу, чтобы сейчас просто помянули тех, кто на самом деле сегодня нам обеспечил вот ту нашу спокойствие, которое есть. Царство Небесное, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за нашу страну. Ну что же, друзья мои, я думаю, все присоединятся к этому правильному тосту, друзья мои. А я вновь хочу попросить команду номер один показать мне свои листочки, потому что сейчас мы будем петь самую любимую композицию всех защитников Отечества и, больше того, всех военных. Песня, которая называется «Катюша», друзья мои. Итак, команда номер один «Катюшу» исполнять готова? Точно готова? Ну что ж, где вступать, я покажу. И какая там была самая главная песня? Абсолютно правильно, «Смуглянка». Большим таким раскачем сейчас исполним. Клуб Петрович готов исполнить «Смуглянку»? Ну что ж, посмотрим. За что им такое, а? Что мы вторые. Вы всегда ими будете. И последние станут первыми. Давай,
что же, уважаемые друзья мои, я хочу сказать, что вновь перед вами предстает заслуженный коллектив Fortuna Brass Band Ордена Октябрятской Звездочки. И, скажем так, третье финальное отделение у нас будет вот нашу прекрасную дискотеку, потому что я сегодня говорил, что масса сюрпризов нас ждет. Итак, мы продолжаем наслаждаться замечательными мелодиями. Мы собрали целый хит-парад того, что любят защитники Отечества. И следующая композиция — «Дружба». Кто хочет, подпевайте, но только уже с мест. Одна из самых любимых песен всех защитников Отечества. Ваши бурные аплодисменты! Самый популярный танец защитников Отечества — это, конечно же, вальс. И мы так решили, что сегодня он будет белый танец, потому что все-таки защитников праздник, поэтому пускай их приглашают дамы кавалеров. А мы выбираем самый популярный, самый любимый, это из достоверных источников, вальс всех времен и народов, и он называется «Под небом Парижа». Специально для наших друзей из далекой-далекой Франции. Пойте, друзья мои! Thank you.
Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем веселиться, вспоминать доблестных защитников Отечества. И сейчас мы для вас приготовили специально фокстрот, который, я думаю, все вы прекрасно знаете, который вы все прекрасно назвали. Он нам известен по замечательному фильму «Покровские ворота». И, в принципе, песенка очень известная, и называется она «Неудачное свидание» под ваши бурные аплодисменты. Сегодня хоть один марш да прозвучал. Поэтому, друзья мои, защитники Отечества любят такая вещь, как марш. Поэтому он должен быть сегодня исполнен и будет исполнен. Под ваши бурные аплодисменты! Вот, или прикрывным знаком Фанни Гордон. И это опять же композиция из репертуара Леонида Ольча Утесова. Это программа 1937 года, которая называется «Пара винтых». Там впервые прозвучала эта композиция, которая называется «У самовара». Под ваши бурные аплодисменты.
Итак, дорогие мои друзья, мы выяснили, что еще любят доблестные защитники Отечества. Оказывается, они любят популярные латиноамериканские ритмы, которые мы сейчас и хотим специально для вас изобразить на популярном мамбо, который все мы знаем по замечательному фильму про зимнюю вишню. В общем, там была она заглавной темой, а песня называется «Белая яблоня, красный цветок». Под ваши бурные аплодисменты. Дорогие друзья мои, как настроение? Точно? И не только у этого столько прекрасного настроения. Клуб Петрович, как настроение? То. Завтра никуда не надо. Завтра никуда. Ну что ж, друзья мои, я предлагаю вам кофе вновь наливать свои бокалы. Пускай завтра даже будет день независимости, опоры двигательной системы от всего остального тела и головы. Ну что же, мы продолжаем веселиться, вспоминать замечательные композиции, которые любят защитники Отечества. И следующую композицию, она как бы такая с небольшим не подвохом, а как бы с намеком от защитников Отечества, защитницам Отечества. О, да, это у вас все будет отдельно, отдельно. Это пока просто намек, это просто намек пока. Поэтому, друзья мои, кто знает слова, подпевайте, конечно же. Но вот, в общем, намек в этой песне есть. По вас будут аплодисменты, мы продолжаем. Thank you.
говорю, шоу «Баритона», с которых нам сегодня присоединиться чуть позже. Итак, мы продолжаем, друзья мои. Для тех, кто вновь прибыл или проснулся, хочу сказать, что сегодня для вас выступает коллектив «Октябрятской звездочки», заслуженный коллектив Российской Федерации. Кстати, надо сказать, что наш коллектив в 2006 году получил нами главное признание, потому что мы стали лауреатами переписи населения, друзья мои. Спасибо огромное. Ну что ж, мы движемся, и следующий пласт творчества, который, конечно же, не равнодушна вся сильная половина человечества, я сейчас говорю конкретно про защитников, это, конечно же, скажем так, советская эстрада, которая вот любима не то, что сейчас, а то, что было давно, то, что знают все. Поэтому, мужики, кто знает слова, подпевайте, а песни про сегодняшний день специально говорить не буду, догадайтесь сами. Итак, просто под ваши аплодисменты мы начнем ее. Кто знает, подпевайте, друзья мои. Пройтись по фильму, который обожают защитники Отечества. В частности, сейчас не так давно должно было быть юбилей у Владимира Семеновича. Вот, поэтому мы хотели вспомнить фильм, замечательный фильм, который назывался «17 мгновений весны». И просто атмосфера к этому очень, так сказать, благоприятна, потому что все мы сидим, и мы хотели сейчас на них перенестись в Асторию, значит, там где-то Фокс. Вот, все, в общем, заряжены уже на встречу прекрасно. И там звучала эта замечательная мелодия, которую, думаю, многие из вас знают. Мелодия эта называется «Рио Рита», друзья мои, под ваши бурные аплодисменты. Thank you.
дорогие друзья мои, ой, только я хотел, не прекрасного столу. В общем, друзья мои, давайте вот все без исключения наполнить бокалы, свои бокалы. Потому что мне кажется, что сейчас созрел главный, потому что не было бы защитника, если бы не было кого защищать. Поэтому давайте выпьем за защитницу и, скажем так, за вторые половины. Мы специально для них подготовили замечательную композицию. Мы сверились с статистическими данными Яндекса, Гугла и так далее. И выяснили самую популярную песню среди защитников Отечества, которую, соответственно, все хотят посвятить своим прекрасным половинам, да и вообще просто прекрасной половине, скажем так, всего земного шара. Я сейчас говорю о замечательной композиции господина Хинкардинка, многие ее знают, также она была в репертуаре Глории Гейна. Это единственная песня, в которой все сказано без слов. Друзья мои, давайте наполняем бокал за наших прекрасных защитниц. И под ваши бурные аплодисменты мы звеним бокалами, а звучит прекрасная музыка. Кто хочет, может даже чуть-чуть потанцевать. Итак, за приятных и прекрасных, за наше троекратное. Ура! 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 Thank you.
дорогие друзья мои. Ну что ж, мы движемся дальше. Я на вашем месте на самом деле не рассаживался, потому что мы посмотрели, пошли, копнули глубже и узнали, какой же любимый танец, на самом деле, который... Вы знаете, что защитники отечества, они как-то немножечко иногда стесняются, и танцы, которые они 100% знают, их очень мало. И когда мы продолжили, так сказать, статистические данные подняли, посмотрели, выбор был вообще, вот кто может угадать танец, который знает любой защитник отечества. Я думаю, мы долго будем угадать, друзья мои. Это оказался финский коллективный групповой танец Летка Янка, оказалось, друзья мои, да. Это знает каждый защитник, а лишь мимо этого мы пройти не могли. Поэтому, друзья мои, поднимаемся. Нам сейчас надо будет как следует. Да-да, прыг-скок с пятки на носок, я думаю, правила все знают. Итак, друзья мои, сейчас мы создадим импровизированный правую ожидать, собираемся. Так, выходим все, и защитники, и защитницы, да-да-да. Это будет феерия у нас сегодня. Если уж взрывать Петрович, то вот этим танцем искрометным финским. Итак, друзья мои, под ваши аплодисменты у нас уже есть, скажем так, активная группа. Итак, друзья мои, все, кто помнит, присоединяйтесь. Шоу «Балет Тонус», ваши аплодисменты. И, как я уже говорил, финский коллективный групповой танец «Летка Янка». Это было на самом деле великолепно. Вот. И мы как бы уже хотели сказать, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Но это никакого отношения не имеет к нашему сегодняшнему концерту. Потому что закончить мы решили фундаментально маршем, который знают все. Поэтому, друзья мои, давайте еще раз наполним бокалы и насладимся прекрасными произведениями, которые всегда вдохновляли всех нас. И вас. Итак, можно даже встать для исполнения этого замечательного произведения.